Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Что это? Сейчас мы с вами посмотрим. Это вот такие вот наклейки в виде смайликов. Стоимость этих наклеек точно не скажу, но до доллара, по-моему, 89, где-то около 90 центов. Сейчас распечатаем и посмотрим. Должно быть 500 штук. Вот такие вот смайлики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре. Так, два. Три, шесть, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 54 штуки. В одном листе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 540 штук получается. Вот такие вот, в принципе, отличные наклейки. Для чего я их покупал? Это ребенок в первом классе учится, вот им вместо оценок наклейки выставляют. Вот для этого я их взял. Кому интересно, ссылку приложу в описании. Можно покупать. И вторая маленькая бандероль. Это, скорее всего, чехол-бампер для Meizu M1 Note. Так, что-то я не могу распечатать его. Так, больше ничего нет. Вот такой вот бампер. Стоимость его около $2. Добирался он очень долго, так же как и предыдущие наклейки. Качество вроде нормальное. У меня уже второй такой бампер. Первый поломался, поотламывались вот здесь вот. Цеплялось постоянно и так отломалось. Кому интересно, ссылку приложу в описании, заказывайте. На этом все. Всем спасибо, пока.